Всем привет. Привет. Сегодня вот решили поснимать немного видео. Ну, когда я подниму. Сегодня какое число-то? 16 сентября. Сегодня вот погода такая замечательная. Мы вот боимся, что эта замечательная погода скоро прекратится. Солнце вроде светит, более-менее тепло. Кстати, вчера гуляли, тоже была классная погода, вот вечером. Холодно стало резко вообще. Ну, вот сейчас тоже гуляем. С коляской гуляем. С коляской Данилка. Данька спит с удовольствием. Вообще любит очень гулять, спать на улице. У нас, наверное, несколько раз его было, чтобы он не спал, да, когда мы гуляем? Да. Вот, а так солнце светит. А облака вон там такие красивенькие. Вообще вокруг очень красиво. Рябина такая клевая. Цветник мы сейчас такой прошли, мы идем по частному сектору. Да, сегодня решили погуляться по частному сектору. То есть тут слева от нас рельсы даже идут. Там дома частные, коттеджи. Наша мечта. Одна из наших мечтов. Мечт. В частном секторе вообще вот прикольно. Как будто в другой город, да, попадает? В принципе, я вырос как бы в своем доме. Я знаю, что это такое. С квартирой близко даже не сравнится, конечно. А, здесь так пахнет. Кто-то баню топит. Да, бывает банькой пахнет, бывает шашлычками пахнет. Или костер жгут. Костер просто, да. Вот, ну никогда не любила в своем доме, когда вот сажали картошку, там, капусты всякие, все это как куча, полоть. Потому что заставляли. Потому что заставляли, ну да. А если бы не заставляли, как-то вот мягко там приучали бы к труду к этому. Нормально бы воспринимал 100%. Тут недалеко храм находится, вот мы думаем, до храма может дойти. Покажем вам храм. Ну как опять недалеко? Ну, километра 2, наверное, да? Ну, может, не, меньше. Меньше? Угу. У нас модное такси ездит. Модное? Хорошо в России жить, да? По улицам медведи ходят. Крокодилы. Ели вон растут. Вот, в общем, наслаждаемся осенними днями такими. Утренними, последними, наверное. Настроение вообще классное просто, когда вот такая погода, особенно вот. Недавно посмотрели видео прошлогоднее, как первый снег пошел. Он, кстати, пошел в конце октября у нас в том году. Да. Так как-то стало холодно, я не знаю, там такая слякоть, грязь, снежинки падают. У Вадишки 22 октября день рождения, на следующий день как раз пошел снег. Скоро, кстати, у Нелли день рождения. Да? Готовьте подарочки, она любит очень подарки. 5 октября. Я, возможно, даже уеду в этот день. Да, я буду в одиночестве этот Новый год справлять, все сказала. Ну, возможно, и не уеду, еще неизвестно пока. Так что, ну, подарки Нелли любит, я сразу с ним говорю, сообщаю. Ничего там такого нет плохого. Людям доставлять удовольствие, вот, лично нам нравится. Мы подарки людям любим дарить. Да, и получать очень любим. Заброшенный автомобиль, смотрите. Вот не оставляйте на обочине. Вот что происходит с машиной. Ладно, остановимся. Теперь я знаю, где продают Big Mac. Вон туда направо, там торговый центр Кит. Видимо, у кого-то в огороде. Нель, Биг Мак хочешь? Веджетебл — это деревня или овощи, я не помню. Не знаю, такого слова. Вот-вот, в частном секторе везде стоят колонки, где можно подойти попить воды. Вот здесь ты сюда подбегали, там оттуда. Там ледяная. Холодненько такой, напьешься. С
сегодня на улице где-то 16 градусов. Ну, солнышко еще даже так немного греет. Сейчас я посмотрю сам. Пятнадцать даже, да. А сегодня ночью было 3 градуса. И утро. Да, 15. Трава лежат. Все как надо, да? Ну, там еще маленькие были, приходили сюда к маминой знакомой играть. Часто, да, вот в таких вот кучках мы сидели, играли в магазин. Так круто было. Он тоже прикольный такой. Вот необычный стиль такой сделан. Вон уже там видно храм. Там строят дорожную развязку, мост. Мы пришли вон оттуда, сейчас горку потихоньку поднимаемся. Там дорога такая каменистая. Ну, наш внедорожник везде пройдет. Наверное, идет по телефону, консультирует Вадима, как надо уроки делать еще. Смотри, на территории храма там у них это огород. Капуста растет вон там, я смотрю, кабачки, теплица. Целое хозяйство. Ну, ты мой хороший. Ты сейчас крепче спать, да, ты достанешь? Красота. Да, подошли к воротам храма. Тут, кстати, мы сейчас вообще находимся в Верхней Пышме, город Верхняя Пышма. Тут не совсем рядом город Екатеринбург, минут 5 езды, несколько километров. Вот. Поэтому у нас тут Пышма считается, можно сказать, чуть ли не районом Екатеринбурга. Храм будем заходить? Ну, да, посмотрим. Батюшка вышел на улицу, сейчас будет освещать машину. Вот, а мы пойдем туда поднимемся, сейчас оттуда сделаем обзор вам небольшой. Вот тут делают новую развязку, автомобильную дорогу. Вот, будет у нас здесь станция метро у нас будет, да, здесь или что, да? Наземное метро планируется делать. То есть там типа автовокзала будет, да? ЖД или как? Станция. Мы сами ничего не знаем толком, но вот так вот. Главное сказать, ну, правильно. Воскресная школа. Это чистое-чистое небо со стороны солнца. Я даже не знала, что здесь такой балкончик есть. Вот, да, здесь такой балкончик. Я о его существовании знал. И вот она сразу, дорога идет оживленная. Пешечкин идет. Как он, интересно, спускаться здесь будет? Иху! Небольшой экстрим. Прикинь, скользко было бы. Вообще. Я ведь так и не смогла ее занести, поднять вверх. В общем, зашли мы на территорию храма. Коляску оставили внизу, потому что здесь заезда для колясок нету. Поэтому поднимаемся таким образом. Даньку взяли на руки.
Мы в этом храме были давно-давно, я вот, если честно, даже не помню, как там внутри. Поэтому сейчас зайдем, поставим свечки. Пение Пресвятой Богородицы. Ну что, вот мы сходили в храм, посмотрели, как там внутри все. Поставили свечки за покой, за здравие. Ну что хочу сказать, церковь довольно-таки большая, на мой взгляд. Очень все так красиво сделано, расположено. Ну, я так понимаю, во всех церквях красиво, потому что иконы, вот это все, вот, не знаю, мне очень нравится. Тихо, спокойно, то есть, ну вот с Нелли каждое воскресенье посещаем церковь в поселке Болтым, нам там очень нравится. И вот после посещения церкви как-то становится так легче, как-то, не знаю, может, на душе. Мы совсем недавно стали посещать церковь. Вот, ну и, наверное, будем постоянно это делать. Так что вот, жду Нелли. Нелли там еще ходит. Данька-то зато у нас спит. Любит спать. Растет не по дням, а по часам он у нас. Тьфу-тьфу-тьфу. Тучки вон там с какой-то стороны ходят, ну, мы так думаем, они не придут сюда. Хочется погулять еще. Ну, там батюшка переоделся. Наль, поделись своими впечатлениями о храме. Тебе понравилось? Вообще мне очень понравилось, там очень красиво. Он такой большой, очень просторный. До сих пор я как-то от таким этим, не знаю, не могу много говорить, не получается. Мне понравилось, я уже сказал, что вот в Болтын вот ходим, там нам нравится. Купила Вадиму молитву снов. Прикольно, здесь очень хорошо все расписано, какая молитва для чего. Но мы продолжаем путь по улице Советская. Вдоль дороги, потом снова занырнем в частный сектор и пойдем дальше. Хотелось бы показать необычный магазин продукты. Раритетный? Ну, в таком-то магазине немногие, наверное, были. Песик мило спит так. Какие-то тучки непонятно собираются. С Нелли сейчас идем и обсуждаем. Прожили здесь сколько лет, да? В своем городе. А вот именно вот в этом месте мы вообще первый раз зашли. Вообще. Никогда здесь в жизни ни разу тут не ходили.
Так что интересно даже порой вот так вот пешком ходить. Вот я вон по той улице тоже вроде ходил. Это улица Первомайская, оказывается. Первомайская? Только что указатель увидел. Так вот, когда заходишь в новые места, так это ощущаешь себя, как будто ты в другом месте, да, где-то находишься? В другом городе. Ну, а сейчас такое ощущение, как будто мы в деревне какой-то. Угу. Собаки там везде лают, так что-то. Хорошо. Огороды там какие-то, картофельные насаждения там всякие, теплицы, яблоки, дубы. И коляска у нас поскрипывает. Наша скрипушка. На столбах сидят кошки, где-то там коровки мычат. Анелия идет, консультирует Вадима, как делать уроки. Так интересно получается, гуляем где-то по частному сектору в неизвестных нам местах, а уже у нас три случайных встречи произошли. Встретили давних-давних знакомых, причем которых не видели много времени. Вот, люди удивляются, как так, вы где-то здесь живете? Нет, говорим, так вот, живем там, а что вы здесь делаете, типа так далеко? Люди удивляются, что мы так далеко забрели, хотя это вполне нормально, не так уж и далеко, просто мы людям любим гулять. 7 километров еще нет, так что можно ходить. Что ты говоришь? Я записал? Данька спит. А я с папой разговариваю. Так, математика, русский, сделаем, да? Черная кошка, он нам дорогу сейчас перейдет. Ну, ничего страшного, мы любим кошек. Хотя она не черная. Горка вон какая-то построена, да? Горка это? Вот живая изгородь. Летом была зеленая, сейчас такая бордовая стала. Необычно как. Там корова гуляет. Какой дом? Просто вообще непонятно. Или развалился, или что. Плохо айфон не передает всех цветов, но вон там облака такие розовые. Чего зеваешь-то? Сегодня была у меня, потому что замечательная ночь. Данилка мне устроил сегодня. К танцам. Тренер тебе спать не давал, что ли? Тренер вообще мне ничего не давал. Мешочки под глазами, наверное, подчеркиваешь, да? Ну, Данька у нас тренирует Нелю по ночам-то, чтоб поджималась, бегала. Ну, это я никак не могу заняться своей физической подготовкой, там, гантельку, и никак не начну качать, да, отжиматься. А Даня, он переживает за меня. Зато днем, смотри, как хорошо спит. Вообще. Погуляли мы по частному сектору, и вот, что бы я хотел сказать. Есть такой минус, это в грунтовой дороге, то, что все вокруг в пыли, там реально такой слой пыли на деревьях, на листьях, на машинах, на домах. Это, наверное, единственный плюс там, да? Ну а так, вообще тишина и спокойствие. Единственный минус, пожалуйста. А я сказал. Единственный плюс. В общем, вот, идем мы дальше, гуляем. Солнце снова вышло. Смотрите пока в небо. В общем,
пришли мы на большую землю, к большому магазину, и Неля пошла покупать немножко продуктов. Вот, я остался с коляской. Начинает немного холодать, погода меняется. Поэтому мы сейчас быстренько сделаем покупки, наверное, и двинем в сторону дома, чтобы не мерзнуть. Вот, а пока можно понаблюдать за стояночкой. Я недовольна. Она недовольна, ходила 15 минут, еще и недовольна. На очереди, знаешь, какие километровые. Мы купились продуктов. Я подобрела, повеселела. А то ходила злая. В общем, на фоне заката мы идем потихоньку домой. На улице действительно холодает уже. Вот. Погуляли сегодня хорошо. Данил как спал, так и спит. Сколько мы? Часа два, наверное, да, больше? Больше, наверное. Данька все это время спит и не просыпался даже. Потому что ночью будет бодряк, веселяк. Неля, как всегда, семечки щелкает. Щелкунчик. Так классно. Светит прямо аж, лепит. Я вот никак не могу представить, что на улице нужно будет ходить много-много одежды. Точно не говори. Даже не верится, что скоро снега будет много, да? Да, вообще. Это надо будет одевать тонкие колготки, толстые колготки, штаны, носки теплые, пару кофточек. Пуховик. Капец. Шапку-вязанку. Шапку. Еще ребенка одел. Пока ребенка одеваю, сам. В общем, мы погуляли. Посмотрели, мы прошли почти 4 километра. Гуляли 2 часа 15 минут. Средняя скорость у нас составила 2 километра в час. Так что вот. Ну все, идем домой. Коляску в гараж поставили. Коляска у нас находится в гараже. Дома покушаем и займемся делами. Все, давайте, всем пока. Пока-пока. Вот такой закат у нас из окна.
ковид. Каждый день любуемся. Очень красиво.